привет. Проект «Финанси» по традиции переведет первые матчи «Сокол». Представляю голкипер. Вратарь футбольного клуба «Сокол» Александр Царев будет стараться отражать 11-метровые штрафные удары. И целая команда «Финансистов». Поехали! Артем Пушкин первый. Точное попадание. Первый претендент на победу Тимофей Мартынов. Канун зуб, фирменный зуб на клуба. Удар. И забивает Тимофей Мартынов. Борис Кузнецов. Удар. Точно. Артем Полян. Отбивает этот удар Александр Царев, Никита Мирошниченко. Мимо цели. Антон Саблин. Удар. Перехитрил вратаря Антон. Ильин Максим. Максим Ильин есть? Нет? Забивает Максим. Тимофей Кутин. Удар. И снова гол. Егор Дроздэн. Отражает этот удар Александр Царев и Денис Чернов. Снова сейв от Александра Царева. Второй раунд. Поехали. Артем Пичушкин. Удар. Ловит мяч Александр Царев. Тимофей Мартынов. Ой, мяч. Александр. Борис Кузнецов. Снова поймал Александр Царев. Антон Саблин. Сейф от Александра, Максим Ильин и Тимофей Кутин. Если кто-то из них забьет, из этих ребят, то у нас будет победитель. Нет, Максим не забил. И Тимофей Кутин. Если Тимофей забивает, он побеждает. Если нет, то третий раунд. Удар. Поймал Александр Царев. Третий раунд. Поехали. Артем Пичушкин. Снова ловит Александр Царев. Тимофей Мартынов. Сейф. Борис Кузнецов. Борис, он претендент на победу. Антон Саблин.
Мимо цели. Максим Алиин. Удар. Мимо цели. И Тимофей Кутин. Кульминация сегодняшнего конкурса. Тимофей или Борис? Ловит мяч Александр Царев. И у нас есть победитель. Это Борис Кузнецов. Зонт фирменный. Сокол. Спасибо всем за участие. Спасибо голкиперу Александру Цареву за отраженные пенальти. Встретимся на футболе. На конкурсе пенальти. Счастливо.